Санаторий Магадан, который расположен у моря в поселке Лао, часто называют городом в городе. На территории в 14 гектаров есть вся необходимая инфраструктура. Для гостей 6 комфортабельных корпусов, а это 416 номеров разной категории. Большой дендропарк с теренкуром, по которому, кстати, в свое время гулял граф Шереметьев. А еще это спортивные и развлекательные площадки, благоустроенный пляж, сауна, крытый водно-оздоровительный комплекс, спа и медцентр, современная лаборатория. В этом году нашему санаторию исполнилось 70 лет. У нас много новостей для наших гостей. В этом году мы сдаем панорамный лифт моря, у нас строительство завершается. Через год у нас построится медицинский большой крупный центр, новый. Как всегда, санаторий Магадан готов удивить приятными акциями и праздничными скидками. Кстати, есть специальные предложения для сочинцев. Об этом подробнее расскажут на стенде в рамках Международного туристского форума. Санаторий работает круглый год. Ежегодно здесь отдыхает более 10 тысяч гостей. И это главное доказательство качества предоставляемых услуг.